Ребятки, всем доброе утро, хорошего и суперского настроения. У нас уже, как видите, тоже утро. Я поехала сейчас на работу. Дима уже там с утра чирикает по телефону. Вот. Кстати, смотрите, вот эти вот цветочки, они как распускаются. Чуть подзаморозили сверху, потому что у нас заморозки были. Ну, вроде ничего. Вот у нас. Красота. Ой, как пахнут, ребят, вообще. Обалденно. Очень вкусно. В общем, поехала я на работу. Посмотрим, что сегодня у нас будет. Какой день. Сейчас дни все одинаковые. Все одно и то же. Ничего. Как говорится, нового. Это с этим карантином очень многие. По-моему, Лос-Анджелес. Что-то Дим, по-моему, Лос-Анджелес закрыли вообще до июля месяца. Вот. Мы хотим куда-нибудь съездить. Но смотрим, какие штаты открыты. Не знаю, что сейчас вот будет открываться. Мексика открывается, по-моему, с 1 июня. Мы хотели в Мексику поехать. Ну, посмотрим, что будет. Так что поехала на работу. Закончила я работу. Очень сегодня так было. Не очень тяжело. Народу было много. У нас сейчас, кстати, очень прибавилось народа. Но так не очень crazy, как у нас иногда бывает. У нас бывает по 40 человек, по 50 человек. Но сейчас у нас не так. Вот, поехала я уже домой, уже подъезжаю к дому. Алена у нас, кстати, приехала только вчера. Сегодня, не знаю, она не может сегодня опять уедут, я не знаю, что у них там в голове. Так что на улице так тепло, так классно, так здорово. Не знаю, мы можем в выходной куда-нибудь съездить. Мы очень хотим куда-то поехать. У меня есть любимый город. Это Лейк Женева, недалеко от нас, где-то час езды. И мне там очень нравится. Там озеро классное, красивое большое озеро. Последний раз, когда мы там были, около озера, около пир, ну, где вот кораблики там подъезжают, ну, там ремонт делали. Не знаю, может, в эти выходные куда-то съездим. Есть еще город один, где тюльпаны. У нас очень много-много тюльпанов. Так что посмотрим, что будет, что мы найдем в выходной, что открыто. Дело в том, что мы можем поехать, но мы туда приедем, а все закрыто. То есть не покушать, ни ничего. В общем, как бы посмотрим. Так что планы есть, но не знаю, получится у нас или нет. Все, как всегда, рушится в самую последнюю секунду. Вот подъезжаю я к дому. Сейчас уже приеду. Да? Вот, смотрите. У нас уже мебель расставляется. Остались занавески. Я не знаю, занавески буду старые или новые вешать. Посмотрим. Так у нас выглядит сейчас. Видите? Красота какая. Вот, видите, у нас вот так вот сейчас. Раньше было по разным сторонам, а теперь я решила все по одной стороне поставить. Вот. Василек идет. Вот, и все ненужное я собираю в коробке.
Это все уберем в коробке. И чем не пользуемся, потому что очень много вещами мы не пользуемся совсем. Погодка у нас теплочка. Так что вот здесь вот, как я хотела, посредине стол. И здесь будет еще телевизор у нас стоять. Так что все потихонечку встает на свои места, слава богу. То мне этот бардак уже надоел. Я уже приехала домой. Мы уже покушали. Лена опять уехала. Не знаю, завтра будет или нет. Мы расставляем мебель. Сейчас вам покажу. Все, ребят, силы выкинули меня. Мне так все лень стало делать. Ужасно. Не хочу ничего делать. Просто не хочу. Мне еще ножки заболели. Я сегодня целый день на работе ходила. И решила полежать немножко. Надо все это дело разбирать, все расставлять, но не хочется. Не хочется, но надо. Но все равно не хочется. Так что. В общем, ребят, очухалась я немножко. Решила чайку попить. И буду дальше немножко разбираться. Вот, и Дима уносит все эти инструменты, вы видите, уже гараж складывает потихоньку, все уже встает на свои места. Бывает, хандра находит. Вот, буду чай пить. Ребят, смотрите, чистота начинается в нашем доме. Дима в гараже, там он собирает. Вот, так что вон Вискино место наконец-то освободилось. То здесь у нас был такой кипиш. В общем, все потихонечку встает на свои места, все убираем. Дима вот это все разбирает, все убирает. Так что все встает на свои места, все. Скоро будет порядок и чистота. Наконец-то. Сейчас посудомойку разберу. Мне надо посуду разобрать. Вот. Шоколадку мы тут доедаем. Вот эту вот я вам показывала вторую. Когда Дима мне купил. Вот. Надо посуду. Все, ребят, посуду разобрала. Все поставила на свои места. Будем завтра еще доубирать. Вот. Еще есть работа дома. Но уже к концу все хорошо. Так что завтра на работу. Сегодня с вами прощаюсь. Всем пока.